Спасибо большое, ребят. Юр, у вас сегодня так много, это, конечно, круто. Мне кажется, мне, Юр, надо почаще таких встреч. Да. Как дела? Дела отлично. Ну, во времена, когда Эдуард играл металл, тогда декой по башке решалось. Первый розыгрыш сувенира от компании Orange. Кто? Кто вы? Ну, конечно, ты. Тебе сейчас вручат футболочку от фирмы Orange. Fly 3 Bluetooth, маленький компактный комбик, чтоб все видели, да? От единицы до 150, да? Веришь, да? Веришь мне? Номер 3. У кого билет с номером 3? Вы его сегодня еще здесь увидите. Сказали, сделали. Держи. У тебя день рождения, когда? 20 апреля, ну ладно. Оу-оу-оу-оу-оу-оу! Окей, друзья, как настроение? Да, про гитары можно спрашивать все, что угодно. Многие рок-группы начинают... Первая песня такая быстро. Запомнил всех, кто задавал тебе вопросы, кто с тобой общался? Майк Оранж, вот этому супер брутальному басисту Сереге. Что мы еще разыграем? Пока Боря отвлекает, я подтасовываю результаты. Ладно, окей, все так же продолжаем, да? Программа «Рандомайзер». Внимательно, да? Та-дам! 33-й номер. Привет, как тебя зовут? Вова. Держи комбайн, смотри сюда. Следующий наш участник, человек, у которого меньше струн, но длиннее гриф. Поэтому никакого металла не будет. Если мне гитаристы говорят, о, думаю, значит, все отлично. Когда они скажут, круто, думаю, так, что-то пошло не так. Гитары здесь нет. Принципиально. Честно, я не мог подумать, что настанет тот день, когда я это буду играть на гитарной вечеринке. Но я встал просто. Это не ты. Я уже творил свое. Кому ты симпатии проникся сегодня? Соломея, ты видишь волосатого мужчину? Я 600 евро. Продолжаем розыгрыш Black Star. Последний комбик у нас остался. 87. Улыбайся, делай счастливое лицо. А сейчас, на самом деле, очень такой трогательный, волнительный момент, потому что здесь присутствует человек, который не побоялся поучаствовать еще в одном конкурсе, который проводили Мир Музыки и компания Martin. Вот этот человек, он просто подписан, видимо, на соцсети, следит за новостями и не боится участвовать в конкурсе. Он выиграл Martin D28. Кость, журналов слишком много туда напихали, не поверишь, что гитара. Она здесь, да, все. Да.
Поэтому следите за новостями, конкурсы еще будут, я вам это обещаю. Сейчас скачай Microsoft, не подожди. Завтра, возможно, не будет. Все зависит от того, чем закончится сегодня. Скажи мне, пожалуйста, вот все басисты варят струны, ну, кроме последнего, который играл здесь. Скажи, а гитаристы варят струны? В рабочий барабан наливаешь кипятка, и доширак туда закрываешь, натягиваешь болты. Меня зовут Сергей Табачников. Я играл на гитаре Yamaha, на ней ставили струны Дондарио. Я был воткнут в усилитель Black Star, и на Black Star лежит майка Orange, в которой я пойду домой, чтобы не заболеть от воспаления легких. Никакого рекламы, скрытый продукт плейсмен и прочей фигни. И святой источник, в общем-то, не является какой-либо вредной водой, и я всегда пью его после концертов.